А что за фигня? Почему трансляция? У меня там нога в кадре. А почему трансляция упала? Я проиграл. А, не, задудосили. Да, вполне возможно. Ну что, друзья, ждем второй матч. Клен пошел опять заливать себе какую-то волшебную жидкость. Воду вообще наливает за 2 секунды. Не, он кофе делает, он кофе себе варит. Я тебе отвечаю, там, то есть никакого спиртного. Сухарики? Возьми рогалики. Бери рогалики. У него 2 осталось. Я их съем, потому что сам жрать хочу. Так, проверяем, что тут у нас у Клена. Нет, там вода настоящая. А что там страшно? Амфетамины. Допинг требует. Он кефир пьет. Том, Том. А что, ну там всем нормально становится? Ну что? Погнали, next! Поехали! Ну что, Сергей Никифоров во второй игре должен как минимум тащить за всю хурму. Лоик Рами. Опа, не получилось. Диего Коста. Хороший заброс вперед. И здесь Касилес выйдет. Конечно же, заберет все это дело. Кравахаль. Начинает атаку Гаррет Бейл. Хорош на правом фланге. Делает передачу. Здесь Карим Бензема. Прорываться, бороться, Сергей. Отлично. Вот это я уже узнаю стайл. Но посмотрим, как пойдет дальше. Сергей Никифоров против Антона Кленова играет вторую игру. Клен ведет пока что 1-0 в серии. Best of 3 серия. До 2 побед, друзья. Если Клен выигрывает, то он мне дарит свою приставку. Бензема. Карвахаль. Перевод вперед не получается. Хорошо. Коста. На Рэмни можно было уже сделать передачу. Гаррет Бейл. Нет, не получается. Опять ничего. Филипп Луис. И здесь зарабатывает штрафной Челси. Бензема. Хороший дальний перевод на Криштиану Роналду. Роналду побороться. Дальний заброс. Здесь у нас кто? Здесь у нас Иско. Карим Бензема. Нет, не получается ничего. Пока что не очень хорошо идет пас. И здесь Лоик Рами. Француз! Француз! Бьет и попадает во внешнюю сетку. Классическая ситуация. Я уже к этой ситуации очень привык. Рами на вес. Виллер. Нет, ничего не получается. Карим Бензема. Опачки, врезались. Бензема. Дальний заброс. Хорошо! А нет. Офсайд. Пехел. Рамирес. Квадрадо. Здесь Аспилакуэта. Эден Азар. Хорошо. Заброс. Нет, не получается. Рамос. Вперед. Криштиану Роналду. Сбрасывает мяч Сергей Никифоров. Принимает это все дело Роналду. Летит по флангу. Пепе, подбор, хорош. Бензема, опа, опа, Бензема зацепиться. Нет, не все так просто. Хорош в контроле Сергей Никифоров. Вот это я уже узнаю больше его стиль. Но, к сожалению, пока вот до атаки толковое дело не доходило. Лоик Рами. Ох, можно получить огромную контратаку. Но нет, пока что печенка цела. Хамес Родригес. И вот так вот. Нет, нужно было верхом подавать. Рамирес, Вилен. Ложный замах. Хорошо, увозят. И вот так вот. Офсайд. Офсайд, да, здесь офсайд. И нужно глотнуть. Пошла уже синяя жидкость в кровь. Видим мы, как звереет тот Кленов. И посмотрим, сможет ли он реализовать глоток целебной жидкости. Гаррет Бейл с мячом. Пинтит обходит. Хорошо идет Гаррет Бейл. Очень на хорошей скорости. И
зарабатывает раут, но, к сожалению, для Челси. Ищет Клён, куда отдать мяч. Отдает в итоге далеко назад. И здесь подбор также остается за Клёном. Клён слишком далеко, и это может быть очень опасно на самом-то деле. Хорошо, Рами с мячом. Вот он, француз. Будет ли смещаться? Ох, чистый подкат. Очень чистый подкат. И прямо в мяч попадает. Да, споткнулся маленько Лоик, но не смертельно. Реми, ай-яй-яй, врезается в кого-то из защитников. Передача в центр не проходит. Иско. Длинный заброс вперед на Криштиану Роналду. Нет, не получается. Рамирес. Бензема, Карим. Хорошо. Дальний удар. Куртуа прижимает мяч. Диего Коста. Коста, хорошо. Отлично, Эден Азар проходит теперь вперед. И что же будет? Нет, пока ничего. Бензема. Хамес Родригес. Катит мяч на Карима Бензему. Ну что ж, надо побольше игрокам Реала подтягиваться в атаку. Как-то их слишком маловато, как по мне. Вот если у Челси атака идет, так она идет, то здесь где-то пацаны находятся далеко. Отличный привод. Роналду нет. Не смог принять. Уильям. Лоик Реми. Хорошо. Квадрадо. Опачка. Марсело. Бензема подстраховал нарушение правил. Да ладно. Да ладно. Не было там особо нарушений. Рамирес. Уильям. Филипп Луис. Хорошо, Филипп Луис на левом фланге. Будет ли вешать? Нет, не получается сделать навес. И ничего не свистит. Это будет, кстати, друзья, удар от ворот. Я думал, вначале какой-нибудь угловой нам назначит левый. Но нет. Лоик, хороша передача. Карвахаль с мячом. Карвахаль. Рамос. Кровахаль с мячом, нормально, Карим Бензема. Кровахаль, Бел. Ну неплохой пас у Сереги, ну где же его вот игра, которая была на ЕСВЦ? Там же было просто все шикарно. Вот так вот обкрадывает сейчас Кровахаль. Мяч, и дает пас! Ой, какой навес шикарный! И опять Куртуа вытаскивает. Опять этот бельгийский, опять эта бельгийская вафля тащит все, что летит. Вильян, Бензема обокрал. Кровахаль с мячом. Назад на Гаррета Бейла. Бензема. Центр. Гаррет Бейл. Карвахаль. Хорошо. И можно вешать. Хороший перевод. Вот. Что, не будет здесь ничего ставить арбитр? Нет, ничего не ставит. Вильям. Бейл. Эден Азар. Перевод вперед. Хороший заброс. Лоик Рами. Удар! Перед собой два раза бьет и непонятно куда попадает. Как же жаль. Навес. Удар головой. А опять Касильяс сейвит. Вот вы все пишете, что Куртуа непробиваемый, но сами можете посмотреть, что творит Касильяс. Касильяс также спасает, также сейвит. И вот он перевод, удар, и будет ли гол? 1-0, Сергей Никифоров. Выходит вперед. На 45-й минуте. Забивает гол в раздевалочку. И вот, пожалуйста, вам первый гол в этой второй встрече. Нет? Лоик Реми назад на Диего Коста. Ну что, погнали, друзья. Вторая у нас, второй тайм второй игры. Пока что у нас Клёнов Антон выигрывает, обыгрывает. Ой, ух, я уж думал, перехватит Диего Коста мяч, но нет. Но во второй игре Сергей Никифоров ведет со счетом 1-0, best of 3 серия. А Антону нужно сравнивать, а Кефиру наращивать свое преимущество и забивать еще один гол. Ну или побольше, чтобы было по зрелищам. Карим Бензема. Иско. Дальний хороший заброс! Точнее, прострельная передача, но не получается. Здесь у нас уже вафельный товарищ выходит и забирает все это дело.
Диего Коста убивается об стену в виде Рамоса. Вот он, испанский центральный защитник. Бензема. Роналдо. И вот она, хорошая передача на Хамеса. Хамес на финте, но не нужно было это претить. Но это нарушение правил. Со стороны Хамеса Родригеса. Ну, на самом деле, Клен его не хотел. Вот вы видели его эмоции. Аспилакуэта. Хорош. Ошибается в передаче. Гаррет Бейл. Гаррет Бейл. Есть подключение Роналдо. Ох. Принимает Роналдо мяч. Но здесь Квадрадо. Выдает он передачу назад. Кросс. Вперед. Здесь Бензема. В Роналдо подбор. Подбор за Кленовым. Хорошая передача. Это выход 1-0. Ой, Крами. Промазывает. Француз в самый нужный момент. Надо больше жидкости. Азар. Квадрат. Да, Тимон проиграл Тико. Эден Азар. С мячом на правом фланге. Будет ли переделать передачу в центр? Нет. Ошибочка. Это угловой. Угловой для Кленова. Навес. Пепе. Нет. Пепе — это машина для убийства. Выбивает он мяч сразу же. И тут же Карим Бензема летит. Зума его преследует. Огромный пузатый товарищ. Карим. С мячом. Можно отдать пас в центр. Можно перевести на другой фланг. Собрались пацаны из Реала в центре. Не знаю, зачем так их много. Роналдо. Вот так вот. Зума. Виллиан. Хорошо, Диего Коста, есть подключающийся француз, но который промазывает практически все свои сегодняшние моменты. Квадрадо, хорошо, в одно касание, отличный перевод обратно на Квадрадо. Ну что, Кудряш будет ли вешать? Нет. Марсел, Гаррет Бейл с мячом, успевает расстаться. Родригес. Азар, хорошо, хороший навес, заброс, и Коста, удар, 1-1! Антон Кленов сравнивает счет, и нас ждет продолжение банкета. 666 зрителей на канале, счастливое число. Иско. Нет, не получилось. Виллиан. Хорош, хорош. Нет. Лишний финт, как по мне, был сейчас от Антона Кленова. Гаррет Бейл. Родригес. Хорошая передача вперед. Не проходит Виллиан. Тоже не получилось. Гаррет Бейл. Перевод на Карима Бензему. Тут же Хамес Родригес. Заброс. Нет, не получается пока ничего. Бейл. Коста, Диего. Хорош. Лоик Рами. На фланге прессингует его португалец. Реми. Коста. Коста. Нет, это скорее всего нарушение. Нет, слезка, не видит ничего здесь арбитр. Вот это забросик. Портуа уже летит. Бельгиец выбивает. Пустые ворота, да, действительно остались. Можно попробовать пробить, но вряд ли отважится на это Сергей Никифоров. Такая курьезная херня может получиться. Все, кто за Клёна, топят, им они старше 9 лет. Роналдо с мячом. Кружится, вертится. Видит на 76-й минуте, что появился Кровахаль на поле. Отличная передача, но читает Кэхилл. Прерывает передачу. Сейчас, на самом деле, мы в 16-й фифе будем вообще дуреть от IQ защитников, которые такое чувство, что просто читают всю игру по дефолту и прерывают практически все передачи. Диего Коста, хорош, можно вырезать на Азара, но нет, там слишком большое расстояние. Да, вот так вот. Длинная передача вперед. Иско подбирает мяч. Марсело. Хорош, Марсело, можно на скорости пройти вперед. Марсело, кросс, Родригес, передача разрывается, Куртуа выбивает мяч далеко, и 83-я минута, друзья, уже.